мы очень сильно все ожидали, когда мы возвращали на работу. Мы рады, что мы вернемся на работу и продолжать сделать, что мы любим. Конечно, мы старались дома держать свою физическую кондицию, да? Но функционально это совсем другое, потому что на поле это совсем другое, но все равно, чтобы привыкать опять к полю, это нам нужно, ну, буквально 10 дней, недели это хватит для нас. Но самое главное, что физически получилось держать в тонус. У нас сейчас идет процесс, как и сборы. Две тренировки каждый день, и закрыли нас на базу, мы все здесь уже неделю. Процесс тренировки, как всегда, перед сезоном. Мы сейчас на второй месяц, да? Если чемпионат завершили, тогда у нас было, конечно, много проще, да, и лучше. Но если будет думать по-спортивно, правильно сделать, чтобы не завершать сезон. Все понятно сейчас, мы будем играть. Но, конечно, игра без зрителей – это непривычно, да. Но мы должны понимать, сейчас момент такой серьезный. И наше руководство, РФС, сказали, что так должны играть. Это значит, что мы должны так принять эту ситуацию и посерьезно относиться к этому. И самое главное, чтобы футбол возвращает. Я считаю, что без футбола намного скучнее, чем играть без зрителей. Мы опять готовы к этому 8 игры, потому что для нас тоже будет очень важно оставаться на втором месте. Или первом.